ни раньше, ни позже, что в Сенском районе начался ремонт дорог. Вот папа. Вот. Будешь ехать, если что-то, этот, мне вот этот, пакеты вот эти, как их, землей? Или... Землей? А? Землей? Ну вот это для цветов. Ну земля для цветов. Да, вот все, видишь, надо, и все. Садись уже все здесь. А это, видишь, как налили персики. А это абрикос уже, по-моему. Ну, абрикосы. Все, наклонились на самую. Пионы отцвели, любимые. Ну, розы красивые. Розы, да, розовые розы. Это мамкины розы. Мамкины. Я их срежу и поставлю ей. Ну пусть пока еще подцветут. Все, это розы, красивая. А вон ежевика будет. Смотри, сколько ежевики. Ежевика. В общем, дедуля борется тоже. Говорит, мама приходит, говорит, что ему делать. Иди, не дает даже полежать. Говорит, вставай. Да. Помидоры у него стоят, как солдатики. Огурчики стоят, абрикосы спеют, там сливы. А там, деда, у тебя роза какая-то была плетистая, она там, или ты ее вырубил? А я все вырубил, вот он цветет, видишь? Вот все, вот. Да. А там я все... А там такая была красивая, да, была. Они вымерзли. Да? Да, я их вырубил. А это у нас кто? Это чернослив, видишь, у нас сколько? Угу. Все, он чернослив, это все. Вот надо... В общем, в этом году что? Должен быть урожай. Да вот да, до хера их, вон там. А вот там сколько тоже за забором. Вон нет. Тоже две сливы. Пять ведер. Но та поздняя, да? Мы нет. Же... Вот та-то поздняя. Нет, нет, они та же. Сколько это. А яблоня отдыхает, в этом году нету. Угу. Вот все. Ну все, я пока поехала. Жди меня. Привезу тебе цемент. Крылечко делать. Да, крылечко. Если что, сразу звони мне. Хорошо? Хорошо. Ну, ходят, видишь, дров сколько не везли. Да, я уж тоже подъехала, здесь смотрю. Тоже сливы будет. Сюда много сливы снимали. Это слива. Слива, да. Его девать некуда будет, ведра три. Ух. Ну и... все, ты если что, мне сразу звони. Ладно. Ладно, будешь себя плохо не чувствовать. Знаю, если что, плохо будет, помру. Не помру, а сразу мне звони. Все, давай. Очень, конечно, скучает он, очень. Посидели, поплакали. Кстати, 23 июня маме бы исполнилось 75 лет. И как раз практически же в это время, 40 дней, 22 или 21 мы считали сейчас. Нельзя надолго оставлять одного. Как летом я буду часто ездить тоже вот. А вот была бы я на пенсии. Ладно. Будем решать эту проблему, потому что летом будут сумасшедшие пробки, я так понимаю. Ну а мы сейчас едем в Новомихайловский, заедем по пути в Лермонтово. Посмотрим, как дела обстоят на набережной. Поехали. Надо было похвастаться. Вот у них там клубнички насобирала, говорит мне, забирай. Я говорю, давай сделаю супчик из клубнички. Не, не хочу. Я ему привезла сало обширонского. Дома яйца творила. В общем, говорю, давай что-нибудь приготовлю, но бесполезно. Опять, если он умеет готовить, конечно, он в последнее время сам все делал. Маму кормил. В общем, поехали. В общем, это какой-то трындец. Я выехала в 4.
из Горского. И вот на подъезде к Джубге уже стою, время, сейчас скажу сколько, идет 17:05, час. Сейчас я вам покажу, какое пробище. И за мной, и передо мной. Это еще причем не настало лето. Вот там. Я собиралась заехать в Лермонтово, на пляж. Но таким макаром мы приедем только... Дождик занакрапывал. Я не знаю, если мы даже к закату успеем. Представляете, я вообще уже заглушила машину и стою, потому что не стала заезжать на Газпром, такая, думаю, ну мне хватит доехать, завтра заеду, заправлюсь там у себя. И вот уже стою час, уже заглушила, потому что, ну, переживаю, что бензина не хватит. А меня еще ждут в ателье, позвонили, что мои вещи готовы. Сейчас даже в ателье, кстати, отдала джинсы, одни брюки подшить. Разрезы на двух платьях сделать, и одного платья подол отрезать. Говорю, а сколько мне денег? 2,5. Просто, чтобы отрезать и подшить. Так что это был мой последний опыт. Перекраивать вещи. Или покупай как положено, или потому что некоторые вещи даже столько как бы не стоят. В общем, продвигаемся на 1 миллиметр. Да. Ну что, остановилась Лермонтова. Время, как вы думаете, 5:30. Ну, раз обещал. Лермонтова тоже пока безлюдно. А мы сейчас пройдем на центральный пляж. Накрапывает дождь. В общем, на этой неделе, которая начинается и до следующей, все 4 дня, 5 дней пахнет новым краской, деревом. Все 4 дня будет идти, в общем, вперемешку. Дождь со снегом, хотела сказать. А, и море, кстати, подбуянивает немножко. Вот там видно. Ага. Ага. Вот. Кучу мусора засняла вам. Новые скамейки. Прям пахнет. Ох, море расходится. Сейчас поближе. Уже настроили вот новые бунгало, там даже сидят люди. Красотища, да? Где же нам спуститься? Вижу. Вижу. Вот люди отдыхают тут. Я уже в этих бунгало пока все занесла. Они еще даже не обтянуты. На улице градусов 19-20. Белые пенные волны. Ах, одна за одной. Вчера вот при таком ветре, представляете, было море спокойное, а сегодня как такового и ветра особо нет. Ну вот. Лермонтова по сравнению с Михайловским еще только идет активная подготовка к ремонту. У нас уже все бунгалы натянуты, все везде грибки стоят, здесь пока нет. Где-то там далеко идет дождь, я отсюда вижу. Так обстоят дела в Лермонтово. Такой в этом году
Хотя вроде бы стоит такое тепло, но затянувшийся. Ой, у меня микрофон далеко, поди, ничего не слышно. Затянувшееся начало. Тоже за этим микрофоном только успеваю следить. Поедем в Горское к папе на следующей неделе. И обязательно заедем еще раз. Через неделю это будет уже у нас... Да куда у меня микрофон? Через неделю это будет у нас уже с вами... Какое число? И сегодня 26. 30-е, да? На следующей неделе. Попросила, все новенькое. Но все еще идет строительство. Но в Михайловском тоже все открыто. Милости просим. Лермонтова пока тишина. Еще все на стадии активной подготовки. Пока ничего не работает. Покушать тем, кто сейчас приедет в Лермонтово, по крайней мере, на набережной, но не удастся. А ведь у многих, вот по идее, да, если у тебя отпуск в мае, ты едешь в мае, но в мае это надо ехать все-таки туда уже ближе, Лазаревский район, Сочи. У нас поздно открывается сезон и очень рано закрывается в Лапсинском районе. Это я уже поняла, уже живя здесь 7-й год. Я раньше думала, тут круглый год движение какое-то идет. Нет. Вот когда-то я зашла, тут везде ограждение. А мне надо торопиться, выкупить, забрать вещи из ателье. Ну и завтра начинается, видео выйдет позже, а завтра начинается рабочая неделя. Всем пока-пока. Увидимся на примерке подшитых вещей. Как они теперь мне стали. Все, здесь, мне кажется, все шумит. Мне куда прикрыть вот так микрофон. А где машина? Господи, деревня. Пробка, кстати, стоит от Зубги до Лермонтова. Вот только выезжаете с Лермонтова, это, конечно, я ехала и думаю, господи, как мне вас жалко, вы сейчас простоите 3-4 часа. Почему было не раньше не начать? Ну, в общем, ладно. Не ваше дело, скажут мне. Все, а мне надо перевес вот через эти перила. И самое красивое здание по дороге Лермонтова. Ох, какой прям как неземной немножко. Все. Всем пока-пока, увидимся.